Так, ну что, прошло где-то часика полтора, почва прогрелась на градус. Поднялась температура на градус, было где-то 18, 17 даже опускалась на полтора, где-то градуса точно подогрелась почва. Почва прогревается. Трубы горячие. Ну, не горячие, терпит рука, то есть градусов где-то 50 с лишним ориентировочно. Теплоноситель 50 с лишним стоит у меня термореле на 75, на 80 почти даже. Так что все работает, не отключается на 2 киловаттах, ребята. Ну, в общем, сейчас пусть прогревается, потом я отключу один вот этот автомат, посмотрим, будет остывать вода или как. Боится шуруповерта. Че, шуруповерт страшный, да? Индюк мой. Также вот биодрай перепелочком насыпал. Хорошенечко сейчас еще добавлю, так как у них у меня подстилочку я выгребаю просто. А у меня не сетка. Вот, так что биодрай я им тоже насыпал, как и в вольерчик. Курочкам, цыпочкам. Это кто здесь стоит такой? Весь толстенький. А? Кто такой? Освещение такое, да? Не видно тебя, красавца. Инкогнито. То есть скрытый, да? Да, все хулю, все. Яблочко. А там, красавчик. А там. Поближе, поближе. Да? Ой, глазюки, боится. Боится, да? Поросюха, это мальчик. 2 месяца. А здесь у нас вон девка сидит. А? Наф-наф. Как тебя там будет звать-то? А? Девчонка. Вторая девчонка. Бройлеров сейчас я вот сюда пересажу. Сначала, в общем, сюда ее я перед работой кинул. А она под этой сеткой пробежала, там дырка. Она под ней. Шнырк сюда к бройлерам. Пацана вот сюда, в общий отсек, кинул. А мараны как начали беситься, тут под потолок летать начали. Посшибали все провода, с полок все посшибали. В общем, пацан вот сидит у нас теперь в брудерной, как цыпленок маленький. Вот. Сейчас, в общем, это, пересажу я бройлеров вот сюда. А свинка останется здесь у меня тогда. Поставлю ей воду. Сейчас мы сделаем переселение небольшое. Положил вот я яблочки, там морковку. И вот накидал мешанку, которая птица замешал. В общем, ей в уголочке в этом нравится, где бройлеры сидели. Бройлеры теперь вот тут сидят. А поросюнечка, девочка тут сидит. Водичку вот я ей поставил в кастрюльке. Там мисочка, жрачка ее. Все, посмотрим. Пусть отбывкаются, конечно, они в шоке. В шоке.